А, который вот это село, что ли? Ой, да это бред. Я же ее прошел, Баски. Да. Я ее прошел, это сука, бред. Дед, чего ты такой злой мадл? Открывай гаманец. Давай добро. А что там по Виагрету? Может, есть новые песни? Анекдоты от Юсика? Кому пиццу, кому да фисташки? Ладно, я угощаю. Черт, с этими рупиями. Сука, сколько, блядь! Сука, сколько! Братан, спасибо за двадцатку, блядь. Спасибо за двадцатку, блядь. А вы можете чуть-чуть? Двадцатка, пацаны! Хип-хип, ура! Хип-хип, ура! Двадцатка прилетела! Ты что, Серёга, блядь, сука? Серёга, блядь, да ты вообще колдун, блядь. О-хо-хо-хо! Вообще изи, пасыки, изи. Да что ты говорить, блядь, 1660 супер прёт мультра, блядь, жесть. Да? Мастха. Ля чмонька. А можно тут самому что-то придумать, блядь? А, во, смотри. Сейчас аглыка создам лютого. Да? Точно, сейчас аглека создам, блядь. Возьму какого-нибудь бибу. Знаешь, какого? А, это девочка. Надо пасека. Во! Вот этого аглека сейчас я буду себе делать. Бля, сука. О, шоколадный, сука. А, нет. Да не, блядь. Еще цвет кожи только. Блядь, это бред. Бля, сука. О. Бля. Тарзан, ебаный. О, для пацана пойдет такая прическа. Да. У, сука. Привет, пасеке. Джордж. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Эй, блядь. Бля, невидимый конь, да ладно. Итак, мы на месте, как видите, это очень эконом вариант. Это центральная часть зала, то есть центральная станция.
Always something happening here. Здесь всегда люди. Это центр нашего замка. Как вокзал в Самаре. That should be all for now. На этом все. You'll be expected to attend both charms and defense against the dark arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Ваша бестолковка не способна думать. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Finn has his reasons for keeping the details to himself. Speak of the devil, Professor Finn. Oh, здравствуйте. Your ears must have been burning. Oh? Yes. Слышишь, блядь? You seem to have provided our new Fifthia with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, девочка, they've a rare aptitude for magic, it seems. Ты что, ебатько, блядь? Слышишь, ты старый, блядь, ты тоже не выебывайся, понял? Хуйлой старый, твой хуй маленький, вот такой, блядь. Иди ты нахуй сквозь. Слышишь ты, блядь, дурочка, блядь. Мы с тобой ровесники, тварь тупорылая. Very well. Да, но то ты старый хуй, а я еще пизда хоть куда. Might I rely on you, я буду трахаться с этим молодчиком, понял? Не с тобой. Of course. Базар Эксайз. Thank you. Глиф, 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 ебать сыгли. Глиф, 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 ебать сыгли.